Сейчас коммунальные организации завершают промывку и опрессовку узлов теплоснабжения. Строители обновляют фасады учебных заведений, устанавливают новые спортивные и игровые площадки, ремонтируют имеющиеся. Также особое внимание уделят состоянию пищеблоков, пожарных сигнализаций, ограждению, системы охраны и инженерным коммуникациям. Все необходимые работы по подготовке школ к новому учебному году должны завершиться к 15 августа.